Теперь, тоже мы этой темы сегодня касались, скрипты продаж. Обратите внимание на картинку, можно из точки А в точку Б дойти по короткому пути, а можно дойти вот, вот этими путанными путями. Причем, видите, здесь один, где здесь, как сделать, чтобы, вот так? Вот, видите, один путь, вообще ушли в непонятную местность, да? А вот так сейчас, а вот этим путем приближаемся к точке О, да, к точке Б вот этой вот. И, конечно же, по скриптам лучше работать вот так. Вот он наш скрипт. Это реально реальный пример. Могу сказать уже, что наш скрипт – это звонки 2-3 минуты. Работа без скрипта – это 10 минут звонки. Чувствуете, тут можно 3 пациентов записать, а тут только одного, если 10 минут говорить. Вот, зачем нужны скрипты или какая-то схема разговора? У нас даже сейчас мы немножко уходим от слова скрипты, у нас схема разговора с пациентом. Администраторы знают, что сказать, на каждое конкретно, вот с чего начать, чем продолжить, дальше куда двигаться и чем завершить, чтобы звонок был результативный. То есть у них эти перечень фраз, и они по нему работают. Благодаря скрипту они ведут пациента к записи, то есть их звонок результативный. Нет такого, что администратор говорит: я сегодня мало записала, потому что у него настроение тухлое, и ничего, никаких подвигов она не совершила, и драйва нет, и она такая вся унылая. А когда они сами записывают, они горды, они звонят: я сегодня там пробомбила, вообще все записала, супер. Вот, то есть четкое направление и четкий, соответственно, результат. Высокий уровень мотивации, то, о чем я говорила, и низкий процент слива пациентов. Саш, мы тут вообще-то видео снимаем. Блин, извини, пожалуйста. Ребят, вы сейчас видео смотрите. Я вас очень прошу, подпишитесь, поставьте лайк, комментарий. Сделайте так, чтобы это видео распространилось, потому что мы реально умеем открывать стоматологические клиники. Спасибо вам большое за лайк, за комментарий, за подписку. Поставьте колокольчик, чтобы не забыть, а я пока потанцую. Я вас уверяю, 1000% даю гарантии, что если работаем не по схеме, а от себя, пациентов сольем. Сольем вот... Останутся только самые-самые лояльные, которые вот... Как эти пробивные, да-да-да, хочу, запишите. Ну, запишите уже меня, да, как иногда бывает. Вот, схема нужна. И мало того, эту схему нужно знать наизусть. Почему? Это тоже мое глубокое убеждение. Почему? Потому что они, во-первых, боятся телефонных разговоров. Вообще, в принципе, кто бы ни был, они приходят такие: что-то я путаюсь. И когда у них это все в голове, они четко знают, что в конкретной ситуации говорить. Вот, и в голове это отточено, это все приводит к результату. Что своим админам я говорю? Девочки, распечатали скрипт, положили рядом с телефоном, его никто не забирает у вас, это не запрещено. Положите, и если ты будешь целый день разговаривать по этому скрипту, хотя бы один день, ты его выучишь к вечеру. Все, вообще без всяких затрат, понимаете? Вообще без вот... Если не было у вас никакого обучения, это вполне пойдет. Ну, я, конечно, учу, и без знания скриптов я просто не отпущу до звонков. Вот. Нужны скрипты продаж? Убедила я вас? Скрипты общения по телефону? Убедила я вас? Или... Ну, это же очевидно. Ну, знаете, нет, есть такие, которые говорят: ну, да ладно, и так пойдет. Я умный. Да, я умный. Так, ты еще не подписался? Я тебя очень прошу. Подпишись прямо сейчас, поставь коммент, колокольчик, лайк и так далее.